Роддом второй областной больницы построили еще 30 лет назад по типовому проекту советских лет. Все понимали, что ремонт здесь нужен, но процесс это дорогой, долгий и сложный. Может быть, ремонта ждали бы еще долго, да несчастье помогло. После вспышки внутрибольничной инфекции в области решили ремонтировать безотлагательно. Чтобы преобразить медицинский центр, потребовалось почти 150 миллионов и 9 месяцев. В это же время Татьяна Татаринова носила под сердцем дочь Ксению. Женщина не выбирала роддом, когда начались схватки, и просто приехала в ближайший. И сегодня в 6 часов утра благополучно появился на свет первенец. Первенец для Татьяны и первая пациентка обновленного роддома. Спасибо, врачи не оставляли ни на минуту. Не отходили ни до родов, ни во время родов, ни после родов. Врачам огромное спасибо. Я осталась рада, довольна родами в этом роддоме. Татьяна и не знает, что раньше в роддоме были общие палаты на 6 человек. Она с дочкой лежит в отдельной. Для них все удобства. Душевая, уборная. Теперь такими сделали все 100 палат роддома. Роженицу и малыша не будут разлучать даже после кесарева сечения. Оборудована специальная палата. Едва отойдя от наркоза, мама сможет увидеть свою кроху рядом. Конечно, если роды прошли благополучно. Но даже в случае серьезных проблем врачи помогут. Во второй областной давно умеют выхаживать самых тяжелых маленьких пациентов. Например, недоношенных крох с весом 0,5 килограмма. Такие малыши не могут даже дышать сами. Имеются очень чувствительные датчики для улавливания дыхания. То есть они автоматически все улавливают и подстраиваются под самого ребенка. Новое оборудование специально создано, чтобы дышать за малышей. Оно более чувствительное и умное. Вообще, во время реконструкции заменили не только боксы для совсем маленьких, почти все оборудование. Например, появились новые столы для детей от 1,5 килограммов. Они стоят по 700 тысяч каждый, но стоят того. Даже в мелочах они помогают детям расти. Здесь особенность в том, что у них столик вот этот является подогревом. Гелевый, противопролежневый. Можно, как говорится, этот же матрасик использовать для транспортировки. Он сохраняет до 45 минут тепло. Структура роддома, его техническое оснащение, расположение отделений и палат – все переделали на современный лад. Теперь роддом второй областной больницы не только один из лучших в области. Врачи могут гордиться. Они получили медицинский центр на уровне лучших в стране. Изменения просто колоссальные произошли. Сами сотрудники говорят, что это неузнаваемая ситуация. В основном все направлено на то, чтобы обеспечить удобство, обеспечить безопасность пребывания для матери и для ребенка в роддоме. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время.